Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобою продолжаем Ставь лайк, если ты Игнат, и тебе нравятся ролики. С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть во FNAF 5. Да, FNAF, у нас тут четвертая ночка, продолжить. В общем, всем приятного просмотра, приятного аппетита, чуваки, сейчас у нас... Она может надувать воздушные шары. Ты видел, как она надувает воздушные шары? Ох, папочка, дай мне подойти к ней. Надувает воздушные шары? Черт, я тоже умею надувать воздушные шары, но почему мне никто не говорит, типа, посмотрите, он умеет надувать шары. Не только шары я могу. Довольно долго. Я думаю, они заметили, что ты не выходил из здания в прошлом. Не забудь лайк, Госпру. Они искали тебя с помощью камер видеонаблюдения, но они не могли ничего найти. Я спрятала тебя довольно хорошо. Я похитила тебя. Ночь четвертая, друзья. Сейчас немного Бэйби нам расскажет, как она нас похитила. Короче, она нас похитила, чтобы, типа, спасти. В общем, какая-то жуть, потому что гид, он какую-то хрень несет, и он хочет нас вроде как убить. Не бойся. Я не собираюсь причинять тебе боль. Я лишь подержу тебя здесь какое-то время. Старайся не шевелиться. Хорошо. Ты находишься в чем-то, что прибыло из моей старой пиццерии. Я не думаю, что это когда-либо использовалось. По крайней мере, по назначению. Это небезопасно. Хотя тут достаточно места внутри, чтобы поместить целого человека. Правда? С трудом. Ты находишься в Scooping Room. Ты знаешь, почему они называют ее Scooping Room? Потому что, глупенький, в этой комнате используется скупер. Я думала, что ты догадаешься. Разве скупер звучит незабавно? Будто это скупер для мороженого. Или заварного крема. Сейчас, секунду, я проверяю, записывается хоть это. Чего бы ты хотел на свой день рождения, чтобы охватывать кусочки? Миллиард! Всего, миллиард! Полезная штука. Рублей. Долларов! Интересно, долларов, однако. Если бы ты вскрыл бутылку пива или брикет мороженого этой штукой, смог бы почувствовать то, что чувствуют они в этот момент. К счастью, я не думаю, что только что открытая бутылка пива или брикет с мороженым вообще способен чувствовать. Ой-ой. Я слышу какие-то звуки в помещении. Блин, пацаны, я не могу, блин, это капец. Заносим ее. Давай, ближе. Окей, стоп. Отпусти ее, смотри под ноги. Что с ней случилось на этот раз? Мне кажется, что эти штуки не могут прожить дня без выхода из строя. Кто знает, это всегда одна и та же. Вечно неполадки с оборудованием. Ну ты брось, мне нужно кое-куда через... Так, а вот это уже, друзья, страшилка какая-то получается. Как ты видишь, у нас Балора движется, и сейчас начинается настоящая жуть, ребята. Так что запасайтесь памперсами, надеюсь, вы уже парочку одели. Лучше, как говорится, перебдеть, чем недобдеть. То есть памперс одеваем на памперс, еще можно одеть на памперс. Есть нечто важное, о чем я догадалась. Я знаю, как этим пользоваться на протяжении долгого времени. Ты знаешь, о чем идет речь? Притворство. Ты когда-нибудь играл с чужим доверием? Притворяться тем, кем ты совсем не являешься? Это очень важно. Балора этого не умеет. Но я умею. Она думает, что есть какие-то неполадки внутри нее. Единственное, что я могла бы спасти, это умение о том, как правильно притворяться. Что-то ее рот какой-то разработанный. Какой-то пожульканный, черт возьми. Что сделали с этой
А вот и ответ, чуваки, что делали с этой Балорой, короче, ее парасоте, это, оказывается, я думал, для детей игра, это хорошо. Я открыл для тебя лицевую панель. Таким образом, камеры видеонаблюдения смогут тебя обнаружить. Теперь все, что тебе необходимо, это ждать. Также я рекомендую держать замочки вкрученными. Твое дыхание, твое сердцебиение их слегка распалтывают. Не доводи все до того, чтобы они совсем раскрутились. Доверяй мне. Короче, пацаны, я знаю, что тут надо делать. Вы в комментариях просто, молодцы. Ставь лайкосик, если ты молодец. Блин, как я вас развожу на лайкосы, да, чуваки? Да потому что вы не ставите, я говорю, ставь лайк, ставь, ну поставь ты. Не хочет ставить. Короче, оказывается, надо их сбрасывать. То есть нажимаешь вот так вот, раз, все. Все, чисто, все легко. Смотрим, что справа никого. Ладно, не буду вас как бы напрягать этим. Вы уже, наверное, поставили, вы уже написали хороший, добрый, добротный, хороший комментарий. Еще также подписались. Ну все, заколебал уже, скажут. Короче, вы написали в комментах, мол, эти замочки надо вот так вот аккуратно делать. Правда, надо, блин, так шепчет, что это жесть какой-то, блин. Не, чуваки, это не особо детская игра, поэтому не играйте, а смотрите лучше смотрите. Ну все, пацаны, а то вы меня уже... Все, короче, вот так вот надо быстро двигаться. Ты-ды-ты-ды-ты-ды-ты-ды. Видим, если красный замочек чуть-чуть у нас разболтался, да? Ой-ой-ой-ой-ой, ты шо, дядя-ля? Чего это вообще такое? Погоди, что за фигня происходит? Погоди. Почему ко мне какие-то эти залезают внутрь? Это что вообще, чуваки? Блин, вы простите меня, конечно, а что вы там делаете? Ребят, вы что там мне делаете, блин? Тихо, мне как-то не при... Ладно, конечно, это шутки, пацаны, это всего лишь невинные шуточки. Короче, какой-то прикол, у меня замочки разбалтываются, я, если честно, пока особо не понимаю. Блин, да как же это меня напрягает-то, а? Просто... Ай, блин! Уж... Собака, блин! Блин, чего они вообще творят? О, опа! АСД, ВСД, ходить, shift прыгать, бросать. Какой-то... Что это за морда такая? Погоди, как бросать? На что бросать? Стоп! Какая-то интересная штука. Короче, на shift. У нас время, чуваки! Так, как бросать-то? Ёпарасете, блин, на какая-то клавиша непонятная, которую я никогда в жизни своей не нажимал. Вообще, в принципе. Какие-то двоеточие и... О! О, ля! Скушал, отлично. Хопа! Лови! Ох, голодных, всех накормим мы. Так, чуваки, держите. Нет! Собаки, ладно. Оп, сейчас придется. Бро, лови, красавчики. Кому кексиков, кому вкусных, хороших кексиков. Опа, 36 секунд у нас остается, поэтому надо ускоряться, чуваки. Так, оп. Ух ты, нифига себе, он прям... Так, двое есть. А вы чё еще недовольны-то? Ну-ка, давайте, пойте быстрее. Там наверху чувак поет. Не, чувак наверху не поет что-то. Неужели ему не достался кекс? Чувак, ну извини, блин, иногда реально что-то не достается. Так, давайте, ребятки. А вот как тут вообще? Как? Смотри, я вообще не могу же. Не знаю, но ладно, что делать? Так, прыгаем дальше. Чуваки, вам ничего не достается, да? Конец игры. Ну, блин, мне понравилось то, что раз и это, и мини-игра какая-то была. Ну, блин, на самом деле это ужасающе. Итак, сейчас продолжается, друзья, опять с этими замочками сраными. Я открою для тебя лицевую панель. Таким образом, боже мой, камеры видеонаблюдения смогут тебя обнаружить. А почему так долго, блин? Что тебе необходимо, это ждать. Сколько, также я рекомендую держать замочки вкрученными. Твое дыхание, твое сердцебиение их слегка распалтывают. Прикинь, еще внизу того, замочки. Доверяй мне.
Вот, знаете, она кое-что сказала, типа, она может притворяться, и это меня напрягает. То, что она притворяется хорошая, она нам помогает, но мне кажется, она нас предаст. Она по-любому нас использует, и потом хопа, и мы опа! Уже в ней. Или, блин, будем съедены аниматранигами. Так, вот так вот делаем быстренько. Я не знаю, может, пару раз всего надо сделать. Так, короче, надо чем быстрее, тем лучше. Вот видишь, мы их как бы держим, и вообще зашибись все становится. Так, давай, братишка, давай, поднажми. Главное, чтобы они вообще нормально в целости, сохранности были. Так, слева я, кстати, вообще никого не вижу. Может, слева вообще никто не идет, потому что я слева никогда не вижу. У меня тут просто лампы эти дурацкие, блин, которые освещают мою рожицу. И они так светят. Ну, знаешь, есть софтбоксы, которые вроде как помогают, но... Блин, зачем я еще тебе это рассказываю? Может, тебе интересно, а может и нет. Ладно. А, вот, все, я его заметил. Я его пропалил. Он бежит. Так, чувак. Так, это тоже, смотри, он тоже, это... упал. То есть потихонечку они падают. В принципе, все окей. Четвертая ночь, говорят, самое сложное. Боже мой, братан, не надо, умоляю тебя, не надо. Вот идет уже, вот уже идут они уже идут, чуваки, они уже идут, посмотри. Они залезают ко мне и начинают что-то там то ли подлизывать, то ли еще что-то делать. Вы что там делаете, блин, чувачки? Не, Рилли, что вы там делаете? Мне прям интересно, смотри, их там двое, теперь трое становится. Ну-ка, ребят, блин. Ну-ка, замочки давай, чуть больше мы их там подергиваем. Мне больше еще рожа Балора напрягает, потому что она, смотри, как там палит, все дела. Так, раз. Ой, плохо, ха. Все напугают нас, смотри, сколько. Но, вот мне интересно, если эти замочки вообще... Блин. Короче, эти чувачки ко мне залезают. Они ничего не подлезают. Нет. Опять то же самое. Да ладно тебе. Ой, все, эти кексы меня уже достали. Ну давай, сейчас проверим. На, жри. Жри. А че вы такие недовольные, чувачки? А, они поют, смотри. А в чем прикол? То есть, ах вы гады. То есть... надо еще, главное, чтобы они запели там, блин. Вот их лучше не кормить. Па-п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 а
Вообще шикарный, видишь? А, нифига себе! Дурацкий... Ну, пробел? Можно я буду говорить дурацкий пробел, но на деле нет, это мои руки-крюки. Слушай, как это вообще проходить? Даже жопа какая, это просто жопа. Чуваки, так, что я если... Я открою тебя лицевую панель. Таким образом, камеры видеонаблюдения смогут тебя обнаружить. Обнаружить. Теперь все, что тебе необходимо, это ждать. Замочки. Твое дыхание, твое сердцебиение их слегка распахнутого. Замочки. Не доводи все до того, чтобы они совсем раскрутились. Мне это напрягает. Вообще жутко. Вообще все это. Вот это вот все. Мне это все напрягает. Блин, дыхание мое там их напрягает. Ну, чеп мое. Так, а я что? А если я, пацаны, короче, не буду нажимать АД, а если, например, нажму АААА, например, или вот, например, вот паузе, вот чибрик, да, я, например, ДД. А, ну вроде вот сработало. То есть я три раза Д нажал и норм. Так, давай, вкрученными. Главное, конечно же, эти замочки вкрученными держать. Мне больше всего прикольнуло то, что кто-то там ко мне залезает. Но прикол в том, что они ко мне залезают, и если все разболтается, разболтайло, да, то будет, чуваки, от винта, от винта. Так, там никого? Вроде не лезут. Пацаны, так, короче, аккуратно. Вот, вижу, полез уже. Чубрик. Вот. Вроде норм. Так, капец, что это вообще ко мне залезает? Страшилка какая-то. Офигеть.
Не, нафиг. Увольняюсь с работы завтра же. Ну, конечно, чек сначала обналичу, а потом уже увольняюсь. Естественно. Блин, ну тут должны, я не знаю, $1020 платить, чтобы такую работу прям... Не знаю, чуваки, не знаю. Мне вообще не нравится. Вот, Дэн понажимал, все, зашибись стало. Теперь замочки, главные замочки. Слушай, по-моему, это наш новый мировой рекорд уже. Смотри, сколько мы уже с тобой продержались. Ты смотрим, что там слева. Слева вроде окей, все, окей. Так, замочки нормальные такой, да. Так, все окей, полез. Чибрик лезет. Чибри лезет. Так, там не лезет пока чибрик, а вот тут вот уже лезет. Так, все, норм. Вот тут уже все замочки, как ты видишь, в хреновом состоянии. Слушай, меня напрягает эта ночь! Что за фигня, блин? Как их... Так, стоп, может их всего, не знаю, там пару раз... Фу, слава богу, сейчас мини-игры хоть нету. Поняли, разрабу, наконец-то, что я не могу ее проходить. Типа, что это за Марио? Ладно, а если мы сразу... Выпустите меня! Сука, саркофаг какой-то, закрыли меня! Ты... Замочки! Теперь все, что тебе необходимо, это ждать. Блин, часто не... А почему сейчас они не разбалтываются? В чем прикол? Я рекомендую держать замочки вкрученными. То есть, когда она сказала «замочки»? Сразу. Сразу, просто заметь! Чтобы они совсем раскрутились. Доверяй мне. Вот мне не нравится тебе доверять, потому что какого-то фига, блин, ты как только сказал замочки, они сразу разбалтываться начали. Что за прикол вообще? Что за приколы вообще получаются у нас? Как-то их подкручивать надо, как-то там нажимать на них что-то надо, блин. Что за прикол вообще? Где автоматизация? Что за говно? Что за китайское, блин? Могли бы нормального там Фредди заказать, не знаю, вместительного на 10 человек там. Все, падай давай. Раз, два, три. Сейчас мы с тобой подкрутим все. Сейчас я, блин, все подкручу тут. Так. Оп. Билли-вилли-дилли. Вот, там, по-моему, был разболтайло, да? Или нет? Погоди, откуда? Из какого мультика это было разболтайло? Черт, это я помню. Что такое помню? Так, никто ко мне пока не лезет, слава богу. Слушай, мне кажется, мы правильно с тобой делаем. Но я не знаю. Я вот вас постоянно, блин, спрашиваю, чудево, потому что сам тупой, как 3 рубля. Ну ладно, не 3, на 5, наверное. На 5, наверное, все-таки смогу. Так. Так. Раз, все, сразу, не отвлекаясь, блин, с этими замочками. Раз, пофиг на этого. Да, и этого пофиг. Ребят, давайте ко мне все. У меня там пати настоящая. У меня там, фу-хо, чуваки, вы что там собрались-то делать? Что за движ пошел у меня там в штанах? Чувачки, вы что? Что там делаете, блин, а? Черт, это, конечно, странно. Это довольно странно. Очень. Так, все норм. Так, все нормально. Так, ну вроде замочки мы с тобой хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Делаем. Так, нормально. То есть, как бы видишь, я их поддерживаю вообще, эти замочки сраные, обоссанные. Ой, сраные, обоссанные замочки. Да капец, блин! Ну все, сейчас вылезет, чувырла лысая. Бегемот, блин. Все, сейчас напугают меня. Сейчас пуганут. Да, блин! Жопа! Как? Как это прохудить? Я... О, блин, простите, жру. Я открою для тебя лицевую панель. Открывай, я тут таким перерыв маленький устроил. Камеры видеонаблюдения смогут тебя обнаружить. Короче. Теперь все, что тебе необходимо, это ждать. Ни хрена не видно. Так что рекомендую держать замочки вкрученными. Короче, смысл в том, что замочки некоторые вообще не вкручены. Не доводи еще до того, чтобы они совсем раскрутились. Доверяй мне.
Видишь, в чем прикол? Короче, некоторые замочки вообще не вкручены. В этом прикол. Я крутил 200 раз один и тот же замочек. Зачем я это делал? Для чего я это делал? Не знаю. Вот, видишь, тут как бы вот эти вот самые плохие были замочки. Они постоянно разбалтывались. Ух ты, нифига себе, смотри. Так, ну они разбалтываются, но не настолько прям разбалтываются, что вообще вот жопа. Да? Короче, все. Теперь я понял. Их надо вот сюда вот прям накручивать. Вот этот вот накрути, брат. Давай, ара, как знаешь, там механика какие-то. Там приора у тебя сломался. Сейчас, брат, все сделаем, сейчас быстро. Муа, конфетка будет, погоди, брат. Так, давай, накручивай, господи. Ой, блин, испугали вы меня. Ну, блин. Черт, автомастерскую хоть открывай вот с этими знаниями офигенными, что подкручивать, что гайки накручивать. Как батя меня учил там. Крути. А я не хотел крутить, чуваки. А вот теперь, блин, надо говно это разбирать. Так, все, падай давай. Так, вот это вот, вот этот замочек. Все, отлично. Все, мы поняли закономерность, чуваки. Какие замочки тут вообще в самом плохом состоянии. Но вот эти вот чуваки меня больше всего напрягают. Они вообще пугают меня, как бы они залезают. Это бесит ужасно. Кто они такие, что они такие? Не знаю. Как говорил Инцзиньцзанцунь. Что то, что это, все фигня. Так, короче, пацаны, тихо. Смотрим, что у нас тут. Все окей. Так, вкручиваем замочки. Вкручиваем. Так, что у нас тут? Тут у нас уже практически раскрутились. Давайте разболтай его быстрей. Быстрей. Так, вроде отлично крутится, но хреново крутится, а? Боже мой. Ну тут вообще уже жопа какая-то, блин, замочки, а? Короче, надо быть, я не знаю. Вон там опять лезет, смотри, что делает, а? Ну все, пацаны, давай, пугай! Да я сам могу хоть кого так напугать. А вот помочь? Это, конечно же, уже нет. Долбоебы лысые! Помогли бы, хоть эти замочки бы держали бы. Нет. Не будем мы тебе, Зелил, помогать. Мы будем их, наоборот, шатать. Да я сам твой труба шаталь. Ай, блин. Ладно, погнали. Смотрим, где самые хреновые замочки. Хоть вот так вот игра. О, слушай, пацаны, без лампы? Окей, о, very nice играт. Таким образом... Камеры видеонаблюдения смогут тебя обнаружить. Замочечки. Теперь всё, что тебе необходимо, это ждать. Заколебала ты меня. Также я вот эти вот фиговые замочки вкрученными. Вот эти самые плохие замочки. Твое сердцебиение их слегка распалывает. Блин, ну хоть бы сердце хоть на секунду бы остановилось. Как сердце может прям так, я не знаю, прям такая аппаратура ненадежная. Говорим, блин, братья, ну что вы из Китая всякое говно заказываете? Не заказывайте. Нет, заказали, а, сволочи. Вот прям назло. Я потом все выскажу. Вот этим вот засранцам. Вон, вижу, уже падла лезет. Куда ж ты вот лезешь? Ну-ка. Так, тут нормально с замочками. Но тут вот хреново чуть-чуть. Видишь, как разболтался сразу. Этот давай, наяривай. Ярик, ну-ка наяривай. Так, давай, быстрее. Следующий. Закручиваем. Так, вот эти вообще в идеальном состоянии. Какого-то фига, блин, прям вообще нормально все пошло. Какого-то фига, ну-ка давай, пацаны, давай. Так, норм. Так, закручиваем. Тут тоже надо закрутить, потому что жесть будет. Так, вроде нормально. Слушайте, чуваки, вроде сейчас нормально пошло. Офигеть, я в шоке даже. Так, ну вижу, уже разбалтываться начали по-жесткому. Офигеть, особенно вот этот вот, смотри, как разбалтывается. Разбалтывается.
хоть бы понять, когда они вот лазят, эти гады, а они лазят всегда, блин, смотри, как лазит. Что там справа пока не лезет. Чисто, короче, я понял, надо нажимать ААА, стряхивать их так. Брат, тихо. Брат! Блин, тут замочки, замочечки. Замочки, замочечки! Блин, заколебали. Ну офигеть, они просто, смотри, они в каком уже состоянии, эти замочки. В очень, в мега, в very ужасном состоянии, брат. Или эти в ужасном состоянии. И сейчас... Вот сейчас напугаешь 5 рублей, но уж! 5 рублей, но это не подумав, это я от страха сказал 5 рублей, так бы я сказал... 25? Да нет, 25 миллионов долж. А, тут еще и камера не работает. Как хорошо, ребята. Как хорошо. Как хорошо. Ну и говно. А еще она виснет почему-то. Почему ты виснешь дерьмецом? На-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Говно. Дерьмо вонючее. Замочки, замочечки. Ну все, я опять проиграл. Так, ну чё, пацаны, раз, два, три, раз, два, три, чуваки, раз, два, три, раз, два, три, все. Так, продолжаем, чуваки, сори, опять у нас что-то случилось, тут неполадки, все дела. Ну тут уже все, тут уже хана. Тут давайте уже, тут... Стражилка сейчас будет, давай. Короче, сейчас напугаешь, 250 рублей должен будешь отправить мне на Киви кошелек, а лучше вообще там по СМС, МТС. Ну не, ну понятное дело, видишь, справа-слева лезут. Куда гады? Ёпарас, это тараканы, тараканио какое-то. Фу, короче, надо быстрее все это делать. Давай, 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 давай. Только не мини-игра, только не мини-игра. Я ненавижу эти уже мини-игры. Ну как, я люблю их, но когда вот такая вот жопа творится, уже не люблю. Купил, пацаны, офигенный батончик просто. Я называется... Я открою лицевую панель. Таким образом, камеры видеонаблюдения смогут тебя обнаружить. И твои сосочки. Теперь все, что тебе необходимо, это ждать. Также я рекомендую держать замочки вкрученными. Короче, супер, супер батончик, ля. Не доводишь до того, чтобы они совсем раскрутились. Вау. Соль, что жру, пацаны, но проголодался. Ну что, Димон, лучше? Лучше. За 9 рублей, короче, купил, друзья. Нормально, кстати, вкусный батончик. Так, давай. Стряхивать еще придется. Офигеть, то есть они все, они вообще все раскручиваются. Офигеть, я нажимаю ДДД, он сразу начинает как весь крутиться, 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 вертеться. Офигеть. Ну, чуваки, это жесть. Я не знаю, как это проходить. Право ползет от меня. Этот упал. Так, хорошо. Страхиваемся потихонечку, помаленечку. Но вот это вообще жесть! Я ничего не говорю, пацаны, потому что какой смысл вообще что-то говорить, если все равно ничего не будет? Пошел отсюда. Ну вон, ну смотри, жесть просто, что вообще творится. Слушай, эта ночь меня бесит, вообще жесть.
Что-то довольно легко мы FNAF с тобой начали проходить, если честно, очень-очень легко FNAF 5. И тут вот эта ночь, мне что-то, мне кажется, это последняя наша ночь! На! Паскуда! Что же это такое? Конец игры, ну все, ладно, я даю тебе попытку одну. Я хочу с тобой сыграть в игру. Блин, давай, последний раз я, короче, сматываюсь из этого. Все, я выключаю, я удаляю, не знаю там. Я поняли? Открывай уже быстрее. Таким образом, камеры видеонаблюдения смогут тебя обнаружить. Сволочь. Теперь все, что тебе необходимо, это ждать. Татья! Я рекомендую держать замочки вкрученными. Я уже не человек, блин, я аниматроник. Не доводи еще до того, чтобы они совсем раскрутились. Доверяй мне. Да вот нет уж. Я уже никому не доверяю. Так, короче, они на максимум вообще, смотри. Прям на максимум, ля, офигеть. Так, давай вот эти сейчас тоже мы с тобой. Такое чувство, что поворот головы тоже это как-то влияет, но на деле нет, нифига, неправда. До какой степени он должен прям вот знаешь, дойти, мне интересно. Меня бесит, мне сразу его хочется стряхнуть, мне кажется, это неправильно. 100% неправильно, это что-то другое надо. Все начинается. В эти чувачки... Тусите вы в моих трусах. Есть, оказывается, чуваки, вы не знали? Есть состязание. Блин, двух хорьков или выдр, короче. Не, по-моему, двух хорьков. Ну, ладно, не в трусы, но в штаны, короче, запихивают. Они там бегают. И можно мировой рекорд, как бы, установить. Ну-ка, давай, блин. Уходите отсюда, уебные хорьки. Я прочитаю, чуваки, расскажу вам в следующей серии обязательно про эту фигню. Если, конечно, мы тут выживем. И не умрем от сердечного приступа или что-нибудь еще тут похлеще, блин, потому что эта игра пугает жесть. Не, ну как бы это, знаешь, не особо пугает, но... Они до конца не разбалтывались. Ну, жесть. Хоть бы несколько можно было бы, чтобы были разболтаны, и все. А тут, блин, надо, чтобы все вообще. Каждый болтик, винтик, блин, целости, сохранности. Шпунтик. Ну, тут уже жопа начинается. Блин, шо ты? Ты шо, дядя? Я... Это что было? Это что было? Это вообще что было, чуваки? Я... Вы чё, блин? Ребята, не накормлю я никого кексами, на вот. Ой, блин, зря отправил. Сейчас кто-нибудь ещё съест, не дай бог. Я же всё закручиваю, он меня испугал всё равно. В чём прикол? Идите вы в задницу просто. Короче, ладно, чуваки, но это не вам в задницу это... Это вот, не знаю, блин, вот с этими играми это... Это пипец. В общем, если тебе понравилось, обязательно ставь лайкосик. На этом все. Бай-бай, дорогой братишка.